Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. И сегодня вашему вниманию озеро Кимзе. Одно из самых больших озер Германии, которое расположено в 70 километрах от Мюнхена. Немножко информации о озере. Озеро по своему происхождению относится к ледниковым озерам. Да, современная глубина составляет 250 метров. Да, в него впадает дельта реки Тироль-Ахен. Озеро находится недалеко от Зальцбурга. Здесь, да, примерно 300 лет до нашей эры здесь жили кельты. Да, и на озере есть два знаменитых острова, мужской и женский остров, которых пока не видно. Я плавать хочу. Да, это туристическое место и излюбленное место отдыха кого? Баварцев. Меня. Вас. Меня. Ну все, хорошего отдыха вам. У нас будет несколько локаций. Вот первая. Палатка. Кто в ней живет? Я и Боже. Марик. Вторая обеденная зона. Кто здесь у нас? Девочки. Девочки. Они готовятся принимать пищу перед купанием, да? Или нет? Да. Вы проголодались? Да. Я очень поголодала. А вот спортивная зона. И готовится каяк. Это саппорт. Ой, саппорт, извините. Приятного аппетита! Ну что, дебют в Германии. Сейчас поможем. Садимся на мой борт. Я поплыл.
освоился. Очень неглубоко. Ну, видно прекрасно. Яхты плавают. Короче, круто. И неглубоко совсем. Так что с лодки с моего сапа не попрыгаешь. Яхты плавают. Папа, тут не глубоко. Не глубоко. Жесть. Очень мелководно. Что, сейчас развернуться и поплыть к своим. А мои очень далеко. Выкручивать надо сильно. Тяжело. Туда сейчас еще левее. Я уже хочу водичку попробовать. И вам заодно показать подводный мир. Ой, какая-то медузка маленькая. Где? Где? А, вот, маленькая. Где? Не вижу. Не знаю. Не вижу. Вот. Какая-то медузка маленькая. Кораблик летит! Кораблик. Вот он. Здравствуйте, привыкайте к водичке, привыкайте. Александра, пойдем поплаваем на борт. Вот карета ваша. Это моя карета. А, сам потом. Ира, не то чудище на воду. Сашенька. Я могу плавать, когда ноги не держатся. Так. Не холодно тебе? Нет. Thank you.
baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, think about it. But you hold me, like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till forever, forever. На озере Кюмзы подошел к концу. Да, Маркус? Да. Это супер озеро и супер день. И супер, супер активные развлечения, да? Да. Надеюсь, что мы вскоре вернемся. Да. Да, ну... Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Да, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.